Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для тапочек я использовала пряжу акриловую двух цветов, 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Также для вязки по краю мне нужен крючок. Буду использовать крючок номер 2. Тапочки вяжутся одним полотном. Платочной вязкой. На спице голубой ниткой набираю 22 петли и буду вязать 44 ряда платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды буду провязывать лицевыми петлями. Так вяжем 44 ряда. Провязала 44 ряда платочной вязкой. Дальше набираем еще 22 петли. Набрала 22 петли, 45 ряд, вяжу первые 22 петли, буду вязать лицевыми петлями голубой ниткой. Первая петля кромочная, и дальше 21 петлю провязываем лицевыми петлями. Провязала 22 петли голубой ниткой лицевыми петлями. Следующие 22 петли буду провязывать лицевыми петлями, но уже синей ниткой. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями синей ниткой. Сорок шестой ряд буду вязать лицевыми петлями, продолжаю вязать платочной вязкой, но первые 22 петли буду вязать синей ниткой, и следующие 22 петли голубой ниткой. Так вяжем первые 22 петли лицевыми петлями синей ниткой. Провязала 22 петли синей ниткой, следующие 22 петли вяжу голубой ниткой лицевыми петлями. Провязала 46 ряд. Следующие 42 ряда. С 47 по 88 ряд буду вязать так, как вязала предыдущие 2 ряда. Платочная вязка, лицевые и изнаночные ряды лицевыми петлями. Первые 22 петли буду вязать голубой ниткой. И последние 22 петли буду вязать синей ниткой. Провязала еще 42 ряда. Вместе у меня провязано 88 рядов. Следующие 44 ряда,
Первые 22 петли буду вязать синей ниткой, последние 22 петли буду вязать голубой ниткой. Продолжаю вязать платочной вязкой. Вяжем 89 ряд. Первая петля кромочная и дальше 21 петля вяжем лицевыми петлями синей ниткой. Провязала первые 22 петли синей ниткой, следующие 22 петли, последние, вяжу голубой ниткой лицевыми петлями. Девяностый ряд. Первые 22 петли провязываю голубой ниткой лицевыми петлями. Первая петля кромочная, 21 петля голубой ниткой лицевая. Провязала 22 петли голубой ниткой. Следующие 22 петли буду вязать синей ниткой лицевыми петлями. Провязала 90 ряд, следующие 42 ряда. 91 по 132 ряд буду вязать так, как вязала предыдущие два ряда. Первые 22 петли синей ниткой, последние 22 петли голубой ниткой. Провязала еще 42 ряда. Вместе у меня уже связано 132 ряда. Следующие 44 ряда буду вязать первые 22 петли голубой ниткой. Последние 22 петли синей ниткой. Также буду продолжать вязать платочной вязкой. 133 ряд. Первая петля кромочная. И вяжем 21 петлю лицевыми петлями голубой ниткой. Первые 22 петли голубой ниткой, следующие 22 петли буду вязать синей ниткой лицевыми петлями. Сто тридцать ряд. Первая петля кромочная, 21 петля, 21 петлю вяжем лицевыми петлями синей ниткой. Первые 22 петли синей ниткой, следующие последние 22 петли вяжем голубой ниткой лицевыми петлями. Провязала 134 ряд, следующих 42 ряда буду вязать так, как вязала предыдущих 2 ряда. Провязала еще 42 ряда, вместе у меня провязано уже 176 рядов. Следующий ряд. Закрываем первые 22 петли.
Закрыла первые 22 петли, следующие 22 петли вяжу голубой ниткой лицевыми петлями. Петли до конца ряда провязываю лицевыми петлями. В 78 ряд продолжаю вязать голубой ниткой все петли ряда лицевые. Провязала еще 42 ряда. Такое полотно у меня уже получается. Теперь закрываем все петли. Закрыла все петли, такое полотно у меня получилось. Дальше будем сшивать. Для этого складываем полотно таким образом и делаем шов. Сшиваем. Сшила одну сторону, дальше продолжаю сшивать вторую сторону. Сшиваем вот в этом месте. Сшила две стороны, дальше складываем так полотно и сшиваем только синюю часть, вот так.
Шила три стороны уже. Дальше складываем тапочек. Складываем полотно. Так. И нужно сделать, шить еще две стороны. Будем шивать так. И так. Сшиваем до конца синего цвета в сторону. Сшила еще одну сторону. Теперь так разворачиваем и сшиваем еще одну сторону. Сшила еще одну сторону. Вот такой тапочек с изнаночной стороны у меня получился. Вывернула. Такой тапочек у меня получается снаружи. Теперь осталось только обвязать по краю. Обвязывать буду синей ниткой. Так, обвязывать я буду крючком номер 2. Обвязываем по такой схеме. Вытягиваем петлю. Провязываем 3 петли воздушные. Дальше из той же самой петли будем вывязывать 3 столбика с накидом. Накид. Один столбик, два столбика, три столбика. Отступаем 2 петли, пропускаем 2 петли, раз, два, из третьей петли вытягиваем петельку, провязываем ее. Делаем 3 воздушные петли и снова с этой же петли вывязываем 3 столбика с накидом. Накид, вытягиваем петельку, 1 столбик, 2 столбика. Столбика. И снова пропускаем 2 петельки. С третьей петельки вытягиваем петлю, провязываем, делаем 3 воздушные петли и вывязываем 3 столбика с накидом. И так обвязываем весь край.
Так обвязываем по краю.